Еще один спортсмен, который представляет группу Алексея Николаевича Мишина. Разница, представьте себе, между Михаилом Калидой и Глебом Лутфулиным. А речь, как вы понимаете, именно об этом спортсмене. 9 лет. И сейчас Глеб Лутфулин, который, конечно же, берет пример со своих более старших, более опытных товарищей, хочет показать, что и он способен на очень многое на этом турнире. Судя по заявленному контенту от Глеба Лутфулина, он пришел сюда показывать, что он конкурентоспособен. И мы с вами сегодня это увидели. Очень приличный прокат. Два четверных прыжка, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Четверной тулуп, тройной тулуп, четверной сайхов с небольшой помарочкой. Но на это можно закрыть глаза. И, конечно же, тройной аксель. Все остальное было выполнено, в принципе, очень прилично. Безусловно, этот прокат наберет высокие баллы. Но насколько они будут высокими, конечно же, останется за судьями. Наше дело с вами просто порадоваться за спортсмена, что вот он выходит с улыбкой. Именно об этом, собственно, и говорила его программа, его музыкальное сопровождение. Just smile, и все будет хорошо. Вот, мы рады, что спортсмены выходят счастливыми со льда. Ждем с вами замедленного повтора, чтобы вновь насладиться прекрасно выполненными элементами. Жень, на что касается его конкурентоспособности, уже попробовал заявить о себе Глеб Лутфулин на турнире в Санкт-Петербурге неделями ранее, где в произвольной программе он попробовал исполнить 4 четверных прыжка. Пока еще не все ему удается, но то, что этот спортсмен понимает, в каком направлении двигаться и за счет чего он может добиться результата, это совершенно очевидно.
Ну, мне кажется, как раз сейчас то самое время, когда нужно штурмовать все более иные высоты и пытаться навязывать борьбу лидерам нашей сборной. Мы прекрасно знаем, что спорт штука такая, с одной стороны, серьезная, но с другой стороны, любые изменения могут случиться когда угодно. И мне очень симпатичен этот спортсмен. Я помню, познакомился и комментировал его творчество и в прошлом сезоне тоже. И как-то он сразу приглянулся. А мы, опять же, вспомним, например, Марка Кондратюка. Вот так раз ворвался во время Кубка Первого канала, а потом стал олимпийским чемпионом в командном турнире. Ну, Марк Кондратюк – это... Это Марк Кондратюк. Это Марк Кондратюк, который за один сезон от чемпиона России до олимпийского чемпиона поднялся. Мало кому это вообще, в принципе, удавалось. Ну, а Глеб Лутфуллин, он – это Глеб. И мы надеемся, что у Глеба тоже будет успешный творческий спортивный путь. Ну, а пока ждем оценок. Очень, конечно, интересно, сколько же дадут да, арбитры. Да, напомним. У Михаила Калиды 95,27 балла. Как-то относительно товарища по команде оценим Глеба. Поменьше он пока набирает. 86,28. Но и тем не менее, этот результат позволяет сейчас Глебу занять второе место вслед за Михаилом Калидой.